Всем приветик! Сегодня у нас 19 мая. Сегодня позвонили мне соседи по даче и сказали, что сидишь дома, тебе привезли баню. Вот я приехала. Вот Иваныч показывает тебе гидроизоляцию. Это на крышу. Спросили, какого цвета крышу будем делать. Такое вот окно. Уехали они на обед, ребята, сейчас. Вот смотри, Иваныч. Вот это отражение, наверное. Вот это что? Внутри-то, наверное, это изоспан, что ли, должны были заложить. Ну, вот так вот, я не знаю, должно быть это липа. Уже испачкали. Повезли, наверное. А тут сосна. Так вот, тут, наверное, конечно, уголок будет. Соседи сказали, что на воровайке привезли. Я не знаю, под котел-то, наверное, тоже будут что-то делать. А я вчера посадила огурцы в двух бочках. Вот такие вот доски они привезли. А что это у меня? Ветром, что ли, сдуло? Нифига себе. Я тут сено сушу, намульчу. Вот в двух бочках посадила огуречки. Здесь у меня китайские, а здесь какие-то разносольные. Так банька выглядит. Обшита она здесь блокхаус. Вдвоем также Сергей Иванович с Максимом, с мальчиком. Все делают вдвоем. Вот мои перчики так выглядят. Я вижу. А, у тебя? Да. Слава Богу. Так, тут перчики у меня. Сейчас посмотрю. Сейчас вот тут открою. Погода все-таки у нас хорошая стала. Но ветра замучили. Вот эти штуки такие удобные. Вот эти вот. Вот. Еще купить, но дорогие.
Сейчас раскрывать буду, поливать. Еще раз с днем рождения поздравляем. Банька строится. Был чуть дождь пошел. Прям намочил, намочил, мы напугались. Они хотят крышу поставить, чтобы не намокало внутри. Хоть, ладно, спасибо, накрыли они чем-то. Ливень начался. Смотрите, какое небо. Начался ливень. Он сегодня принимался. Сейчас я открою. Ой, начался. Хотела снимать вам не могу. Сейчас соседи меня с собой заберут домой. Буду одеваться. Сегодня воду дали, и вот такое вот безобразие. А ветер какие порывы. Я боюсь, парнички мои там не снесет. Ужас. Ужас. Ну ладно, и полить вроде бы как бы надо. Ой, ну все, буду одеваться. Слышите, порывы, какие ветры. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дождь все идет. Ладно, хоть успели они вот этой вот штукой накрыть. Я не знаю, как это называется. Гидроизоляция. Там бумажка была. Я прочитала гидроизоляцию. Жду, когда меня позовут домой. Сейчас я нарядился, вот такой плащ. Все, жду. Там вон где-то протекло, кирпичик мокрый. Почему-то кирпичик там мокрый. За мной приехали. Сопа, наверное. Я думала, про меня никто не помнит. Оказывается, помнит про меня. Я там замерзла. Боксюша, 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 что-то ему не дурно, наверное, пошли. У нас на обоих коленках стоит, на обоих ногах. Бокси, Бокси, Бокси. Не трогать. Ну, какие лужи у нас тут. А это...